Так, у меня снова было предельно шумно, поэтому даже пришлось не говорить, что я врубаю из-за этого запись. Ну ладно, я думаю, не смертельно. Ну погнали, здесь вроде запасный выход, если правильно выражаться. Поехали. У тебя нет ничего накинуть там, а? Точно нету. Знал бы, на тачке сразу же прыгнял бы. Отстань от меня, ты меня позоришь. Что это за щит за... Косы, давай быстрее уже, а? Как там дорожные рабочие, там, я не знаю, прям в спецовке на работу ходят и домой. Это так же. Какой кошмар. Хорошо, что окна тонированные. Надо было под лимузин захерачиться. Самое интересное, что здесь есть тонировка плана лимузин. Под ноль просто. Но лимузинов здесь нету. Хотя это Лос-Анджелес, как бы. И Вайнвуд, и Голливуд, и все дела, да? Здесь только так должны рассекать лимузин. Но лимузинов здесь ни одной штуки в игре нету. А нет, один был, когда мы с папарацци-то херачили. Самая первая миссия, насколько я помню. Один был. И все. Так, ну хотя бы не к себе на хату эту шалаву приглашать. Съемная хата, что ли? Что это за... Трущобы. Ты можешь идти быстрее? Ну, пожалуйста. Ну, что за... Господи. Сапфир дала вам свой телефонный номер. Он добавлен в ваш телефон. Ага. Господи. Конченная игра. Просто конченная игра. Так, придется где-то сдохнуть, что ли, и посмотреть, что после этого будет с процентами. Я даже не знаю, что с этим делать. Да нет, не с проститутками, а с процентной доходностью, мать его, с акциями. Это просто какой-то гребаный кошмар. Поехали. Я знаю, что делать. Надо затюнинговать того монстра. А? Ты хоть видишь, куда ты прешь? Он даже выстрелил после смерти, скотина. Ты меня хоть как-нибудь... Я твою задницу уже третий раз спасаю, наверное. В плане финансового состояния. Этот маслкар после гоночной подвески лишился самого главного. Возможности заноса. Вот такого. Без ручника. Вот
это было так сладко, в следующий раз я сверху, как насчет этой позы? Нахер, иди. Хотя, что будет, если позвонить? Скорее всего, ничего. Естественно, естественно. Ну хотя бы ответила. А то везде автоответчик или занято и прочая лабуда, которая никому не интересна. Тачка слишком быстра для этого города. Не-не-не-не-не. Так, берем тачку. Ну, просто дверь заклинила. Че они не сделали ее нормально, непонятно. Ну, чтоб просто открывалось по-человечески, как и все остальные нормальные гаражи. Господи, мне уже страшно, честно слово. Мне просто на обычный-то ехать страшно, а что будет, если мы еще и грыданем? Ну ладно, эта тачка хотя бы слушается руля. В отличие от маслкара. Ладно, я думаю, доедем довольно быстро. Если нигде не взорвемся. А это вполне возможно на такой-то скорости. Твой, как я тебя задел-то вообще? Гони. Конечно, не туда. Я же хотел аккуратно. Ничего, норм. Если уж люди здесь на универсалах катаются, то на гиперкаре уж подавно. Проедем. Да что там опять, блинский конь, а? Отлично. Пошел нафиг. Так, запомним, рядом с тюрягой лучше не ездить. Собакин, ты тут бегаешь каждый раз, как я приезжаю. Тебя рано или поздно задавлю. Итак. Мы снова здесь. Крылья, дополнительный цвет, понятно. Глушитель уже есть. Hyper Exit.
добавлял бы чего. Капот уже есть. По-любому фары уже ксеноновые. Нет. Неоновый набор. Расположение. Везде. Свет неона. Голубой есть? Голубой. Какой нахер пони? Я говорю, голубой цвет есть? Мятно-зеленый. Блин. А, вот есть электрический голубой. Вот это вот. Такс, номера. Черный на желтом. Окраска. Основной цвет. Металлик. Какие угребочные здесь раскраски, это пипец. Дополнительный. Металл. Металлик. О, господи. Нет, это те же цвета, только без блеска. Потрясающе. Хромированный. Пускай будет. Пороги. Спортивный карбон. Спойлер. Итак, уже на максимум. Трансмиссия гоночная. Турбонаддув. Нету турбонаддува. Заказные покрышки, колеса. Ну, это, конечно, и так уже тут. Зверские колесоны поставлены. Пускай будет так. Так, пулестойких покрышек нет, кстати. Я на свой чарджер не купил пулестойкие покрышки. Так. Цвет колес. Белый иней. А что там с подвеской, а? Стекла. Жалко, что еще тонировку нельзя... выбирать. Давайте лимузин выберем здесь. Шасси. Не то. Ребята, а где подвеска-то? Подвески нету, да? Броня, тормоза, шасси. Причем есть шасси, крылья дополнительный цвет, а? Вы издеваетесь.